Но мы выходим, потихонечку пошли в сторону Казани. Валера пришел к нам вчера, но по техническим причинам, по рабочим причинам, ему надо немножко здесь задержаться. Поэтому мы пошли одни, он нас будет догонять. Но пожелайте нам ни пуха, ни пера. Друзья, водомоторники, пока Валера к нам идет, и мы его очень усердно ждем, мы готовимся к походу. Значит, в этом году я сделал две технических вещи для себя. Ну, то, что помимо того, что вы, наверное, видели, там поменял ролик, вот, поставил моторный отдел камеру. Сейчас покажу. Вот стоит камера. Она с ночным видением. Такая же, как у меня, стоит сверху лодки. Сейчас будет не очень здорово. Я потом вам покажу без своих ног. Значит, вот как показывает. Но это как будто бы читерские вещи. Да, сейчас светло. Давайте сделаем темно. То есть я закрываю люк. И она переключилась в режим ночного видения. Значит, почему два экрана? Ну, камера с двумя камерами. Одна стабильно стационарная, не двигающаяся, это верхняя. Нижняя можно двигать вверх-вниз и лево-право. Так что, в принципе, на ходу можно смотреть, как себя ведет моторный отсек. Плюс, поставил я приложение, пока на меня, купил, сейчас покажу коробочку на AliExpress, вот такую вот штучку, она цепляется к аккумулятору, и что она нам дает, сейчас покажу. Она работает по Bluetooth. Вот она подключилась. И показывает характеристики батареи. Ну, надеюсь, будет видно. То есть сейчас идет зарядка, потому что мы стоим на береговом напряжении. Показывает температуру двигателя. Ой, двигателя, аккумулятора. Так что на трех аккумуляторах на сервисном, до двух сервисных и стартовом у меня такие штуки стоят. В принципе, по всей длине лодки можно передвигаться и в любой момент подключиться и посмотреть, что происходит с вашими аккумуляторами. Я думал, что можно будет одну сразу на пару аккумуляторов кинуть, потому что сервисные у меня стоят последовательно, но не работает так, выдает ошибку. Поэтому пришлось на каждый аккумулятор покупать по отдельности. Ну, как тестирование пройдет в этом сезоне, по итогам расскажу. Пока нравится. Еще одна обновка. Тент. Поменяли мы тент на флае. Сейчас еще один будет маленький на приборную. И вот тент в кокпите. Добиваем этот вопрос, чтобы завтра спокойно уйти. А мы пока ждем Валеру. Тимон решил погонять на тузике. Сейчас его качаем. У нас в этом году приобретение. Вот такое вот чудо китайского, не знаю, китайской мысли. Он работает как от прикуривателя, у него внутренняя батарейка есть. Вот, и как пауэрбэнк, и как фонарик работает. Ну, в принципе, я в прошлый раз лодку накачивал этим насосом. Мне понравилось. Давай. Чего ты там утопила-то? Какая? Ну ныряй уже. Господи. Тимон поехал.
время 9 часов. Вот прям только что пришла смс-ка от Валеры, что через 19 минут он будет у нас. То есть, значит, где-то он уже подходит вот к тому мостику. Где-то недалеко. Валера, мы спешим в яхт-клуб тебя встречать. Прошли 26 километров, пока такие все немножко смотрим, выжидаем, как себя колонка поведет, в общем, так что пока мало снимаем, просто вышли наконец-то в этом году. У нас поход начался. Считаем, что да, можете поздравить, что с сегодняшнего дня поход у нас начался. Причем мы 2 дня вот были на лодке, мы приехали в воскресенье. Вот проходим мы сейчас как раз поворот вот там вот слева от меня. Кочерге, как ее Андрюш назвал. Да не в сковороде, как Андрюш ее назвал. Где мы в прошлый раз оставались на ночлег, если в предыдущем нашем видео, которое называется «Починились». А мы идем дальше. Сейчас вот чисто психологический такой момент пройти дальше того места, где мы в том году сломались. Вот. Поэтому прям вот у нас до него осталось там 15 километров. Идем, идем. Смотрите, как прикольно на ходу. Раз включаешь, я вижу, стартовый аккумулятор, такое-то напряжение, такой-то температуры, идет зарядка. Ну, прикольно. И также у меня по сервису можно посмотреть. Да, возможно, не так много показателей, как на профессиональных каких-то приборах, когда там тебе показывают ток потребления, еще что-то. Но все равно это гораздо бюджетнее. Плюс не нужно никакие провода никуда тащить, а подключился к клеммам аккумулятора. И все, из телефона ты всю информацию получаешь. Мне нравится. Макарьево. Подходим уже к монастырю. Прошли мы 86 километров от Нижнего Новгорода за 2 часа. В принципе, пока идем дальше. Думаю, еще полчасика прогрессируем, встанем где-нибудь на якорях и пообедаем. Григорий, вот ты говорил по поводу монастыря, вот мы его и проходим. Не знаю, получится у тебя в этом году его посетить, как ты хотел, но я тебе желаю удачи. Обедали спокойно, такая прям вода как стекло, покупались. Правда, уже начинается эта зеленая взвесь в водоеме, но ничего. Искупались, пообедали, сейчас идем. Мы решили сегодня остановиться в Чебоксарах. Я созвонил с яхт-клубом, нас там ждут. В принципе, вот километров 10 до Васильсурска. Ну, я думаю, часа за 2 мы, по идее, за там 2,5 должны дойти до Чебоксар. Погода, ну, прекрасная. Дошли мы до Васильсурска. Тут шикарная рыболовная база, которую я уже лет 10 собираюсь.
собираюсь съездить, чтобы рыбу половить, но все никак. Вот красивые высокие берега, как вы видите. Ну вообще здорово, красиво. Сегодня, конечно, с погодой подфартило нам. Подходим к Козьмодемьянску. Нам написал телефон, что добро пожаловать в Мариэл. Вот, посмотрите, какой потрясающий храм, тоже на берегу Волги, только уже на правом берегу. А на другой стороне, посмотрите, тоже вы увидите, наверное, это, прям на солнце, кипельно-белого цвета церквушка. Конечно, понимаю, почему белили. Когда светлый день, когда солнце светит, аж издалека видно. Все храмы, купола блестят золотые. Красота вообще. И очень радуется, я вижу, что там идет реставрация, что занимаются, реставрируют. Не в упадке это все находится. Знаете, когда вижу где-то на горизонте идущий пароходик какой-то из трубы, у кого такой вот, я не знаю, будет вам видно или нет, дымок идет, сразу вспоминается экранизация замечательного романа Джерома Каджерома «Трое в лодке, не считая собаки». И если помните, там такой ходило небольшое суденышко с трубой и коптило такое, и капитан такой па-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 па. Вот я когда вижу, у меня всегда такая же ассоциация. Поэтому так прикольно. Мы почти прошли Чебоксарское водохранилище. Вот подходим к Щуктерке. Сейчас заправляться будем. Но я про другое хотел вам сказать. Вот сейчас мы почувствовали липовый запах. Если помните видео, когда мы в Казань ходили, я рассказывал, что вот от Чебоксар мы шли в сторону Казани, километров 20 был такой просто нереально сладкий, вкусный запах цветущей липы. И сейчас это тоже есть. Так что у кого будут возможности в июле, когда идет цветение липы, пройдитесь. Это непередаваемые ощущения, непередаваемые какие-то эмоции, такие запахи. Ты идешь и балдеешь просто. Это не сделать искусственно никаким образом. Это только вот природа может такое создать. И поэтому у нас, конечно, сегодня потрясающий день. Погода обалденная. Чебоксарка обалденная. Просто как стекло. Вот, супруга у меня обалденная. И запах пошел просто шикарный. Идем вдоль набережной. Такая длинная в Чебоксарах. Это обалдеть просто. Заправились в Чуктерке, 65 рублей за литр дизеля, но единственное, что что-то мне непонятно получилось, что как-то на 40 литров больше зашло ко мне, нежели я предполагал. Ну, то есть по нашим обычным расходам топлива, ну, может, потратили больше денег. Хотя странно по течению. Ну, ладно, вот. Много народ на набережной купаются, на байдарках, на сапбордах. И я так посмотрел, что мы, да, по этой набережной только на велосипеде пешком, так ты ее так целиком не пройдешь, что здесь штука. Thank you.
идем по Чебоксарам.